большой пакет из фикс-прайса. Давайте начнем. И первое, что я вытащила, это шарики-сердечки. Их 12 штучек. Смотрите, 12 форм звездочек. Вот такие вот шарики. Тут есть розовый, зеленый, оранжевый, красный, желтый. Выбирай цвет по-любому. Давайте следующее. Следующее достал, это опять шарики. Тут их тоже 12 штучек, но это просто обычные шарики. Тут нарисован тортик. Тут розовый, желтый, оранжевый, зеленый и салатовый. Следующее, что мы достаем, это очки. Это необычные очки. Я вам покажу сейчас, что необычного в этих очках. Вот это очки. На самом деле они складываются. Вот похоже на божью коробочку. Такую. Так, раз, два, три, четыре. И подпишись на мой канал, если тебе нравится мой канал. И если тебе нравятся эти очки. Давайте я их сложу, покажу, как складывать. Смотрите, вначале раз, вот тут два, потом вот так три, вот так четыре, и вот так уже последние пять. Вот, там божья коробка. Божью коробку нашу мы откладываем в сторону, она от нас улетает. Давайте достанем последнее. Это пластилин такой. И тут есть два необычных цвета. Давайте же достанем, я вам покажу два необычных цвета. Тут необычные цвета золотой и серебряный. Вы когда-то видели пластилин золотого и серебряного цвета? А если не верите, я вам сейчас покажу. Вначале я вам покажу серебряный. Вот, правда серебряный. Кто не верил? А вот и золотой. Я показываю для кто не верит, что есть такие цвета. А теперь я вам покажу все-таки белый и желтый. Вот белый, а вот желтый. Так что вы были неправы, если кто не верил. Наш пластилин улетает. И последняя вещь. Это рогатка. Тут надо заполнять эти шарики водой. Вот тут такая лейка есть специально. Потом вот тут на рогатку натягивать и бросать. Это мы взяли на лето. А кому понравилось это видео, ставь лайк. Следующее видео будет еще интересней. Всем пока! И подписывайся на канал Принцесса Милана!